Одна из главных задач муниципалитета во время реконструкции дорог – правильно организовать движение. Чтобы уменьшить неудобства для жителей близлежащих районов, две полосы оставят открытыми для движения транспорта – легкового и общественного. Для большегрузов с 30 марта улица Героев Хасана будет закрыта. Этот запрет в первую очередь относится на транзитный грузовой транспорт. Для предприятий, расположенных непосредственно в зоне реконструкции, заезд и выезд грузового транспорта разрешается, но с оговорками, что въезд в запретную зону и выезд с этой запретной зоны должен осуществляться на ближайших возможных перекрестках. Сориентироваться в новой дорожной ситуации автолюбителям помогут специально установленные знаки. Для удобства водителей на подъездах к реконструируемому участку устанавливают так называемые аншлаги – информационные щиты, предупреждающие автомобилистов о проведении ремонтных работ и предлагающие объездные пути. Улицы Хлебозаводскую, Васильева, Куйбышева и Бродовский тракт. Информационные щиты устанавливаются в количестве 16 штук. В основном они ставятся в самых ключевых точках, чтобы сразу перенаправить движение. Движение в объезд позволит водителям избежать серьезных заторов и значительно сэкономить время в пути, уверены в департаменте дороги транспорта. Работы по реконструкции улицы Героев Хасана планируют завершить к осени 2014 года. Александра Михеева, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.